Привет! Сегодня мы в Авсаларе. Мы решили показать вам жемчужину Аланийского побережья. А вы знаете, почему Авсалар так любят отдыхающие? Да потому что здесь самые лучшие песчаные пляжи с пологим входом в море. И еще много чего интересного. И мы все это вам покажем. Авсалар – это быстро развивающийся район со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь есть и свой променад – пешеходная зона с огромным количеством ресторанов и магазинчиков. Авсалар идеально приспособлен для комфортной жизни и отдыха. Здесь есть и супермаркеты, и лавки, где можно купить овощи и фрукты. А также школы и детские сады. Авсалар известен своими хвойными парками, где можно отдохнуть, устроить пикник, искупаться в море и полюбоваться закатом. Для любителей романтики отдыха наедине с природой оборудован палаточный городок. А вообще Авсалар – это инвестиционно привлекательный район с точки зрения вложений в недвижимость. Здесь большое количество комплексов с отельной инфраструктурой. На строительной площадке одного из таких комплексов мы сейчас и находимся. Здесь будет город-сад Olive Garden – большой жилой комплекс из 10 блоков с отельной инфраструктурой. Многие инвесторы уже стремятся приобрести здесь недвижимость, потому что именно сейчас это можно сделать по очень выгодным ценам. Подробнее об этом проекте на нашем сайте raceproperty.ru. А сейчас мы вам покажем этот проект и другие комплексы, которые есть в районе Авсалар. Вперед!